Вот у нас супчик Володя наготовил. Легкий ужин пятого дня. Ой, ужин, говорю, завтрак. Уже все перемешал. День-ночь. Бурная ночь. Заехали новые ребята. Ульяновцев утром сбагрили. Они уже почти дома, наверное. Погодка ничего. Нормульки. Улыбка. Пятый день. Крайний день. Готовы? Сейчас накидываем скарб. Фу. Уже вон мы. Копченые лица. Фу. От ветра и солнца. Сегодня сколько? 16 градусов. С утра обычно 10-12. Теплый день. И небо зашибись. Какой он пятый день? Идем на Никитский! Опа, опа. Доставай, доставай. Смотри, как он грязный. Ты понял, он стоит или болеет, или черт, блядь. Муляк и стоит его. Оп, оп, оп. Одного жерешка мы уговорили. Вот такого. Покажи бочком. Володь, бочком покажи. Что там в муляке, в пиявках? Да. Но позарился, что тоже неплохо. Надо же, кто-то позарился. Вообще непонятно кто. О-о-о! Вот кто! Ха-ха. Да ты мой! Заглотил! Глянь! По самой гланды! Красава! Ой. Каким-то джунглям ходим, там лебедей. Прям лебединое озеро. Эти красавицы такой. Пасутся тут стайки. А мы вот в эти лотосы, блин, застряли. Так, вон основное это, где деревья. Сейчас выйдем на русло. Выберемся. Лотосы тут. Красавчик, ты нас обогнал. Мощный кабан.
несется. Шустрый, шустрый лебедяка. Да ты красавец. Офигеть, карась. Это веревка. Вот такое у нас местечко нехилое. А у Вовки супер коробочка с поводочками запасными. Я уже 20 штук поменял. А ну как, закрывается? Изобрази красиво. И что с другой стороны у нас? Вот так раз, перевернул. А тут еще сокровища. Надо, я такую хочу, куплю себе. Ну что, жереха поискали, по одному взяли. Спустились за запретку, это еще 7 километров. Что-то там, ну, слабенько. И вернулись перед запреткой, теперь чисто типа, что будет, то будет. Сазан, лещ, что попадется. Володя кого-то колбасит. Ну, сейчас. Ого, выше. Ого, ничего себе, лещара, блин. Да ты красавец, больше килошки. Ух ты, брыки хорошие. Да, лещара. Я думал, аж как сазан. Да хороший, блин. Да ты же ж мой малыш. Ого. Это гигантелла. Фу. Да, вот это красавел. Через губу еще и. Вот это лещик. Вот такие вот лещи. О, по локоть. Во. Лещ по локоть. Красавчик. Ну вот, после обеда поднялся ветер с
спиннинги, вот что вытворяют. Ой. О, опять сидит что-то хорошее. Уже руки онемели, блин, тягать. Сейчас, чуток. Да ты смотри, просто. Бам-бам-бам-бам. Оба спиннинга, вот что творится. Вот. Не уходи, не уходи, побудь со мною. Ну, да сюда, сюда, сюда. О, хороший, хороший мальчик. Фу, о, белый какой мощный. Вау. На этого, натурала. Опа, опа, подскучили, зашли. Метр от лодки. Вот такое вот. Вот такое вот. Вот он, вот он. Ты мой красавел. Стой, стой, стой. Вот такой ты. О. И опять на моего этого. На моего красавца. О. Ну вот. Жереха вышли вечером. Прощаемся с Волгой. Пятый день заканчивается. Домой пора. Краснодар. Уже соскучились по дому. Рыбку наловили, нагулялись. Концовочка классная. Два жереха. Рыбка дождалась сковородки. Можно и так. Вау! Вот она! Рыба Волги. Там мы жарены. Последний пятый день мы только рыбку поедим. Морозилка. Вот наш отсек. С этой стороны. Что тут у меня? Сазан. Там что-то жереханы, сазан. Это то, что в морозилку. Вовкина рыба. И вот сегодняшний улов. Сейчас посмотрим. Ну, неплохо. Неплохо. Как-то вот так вот. Вот это лещ. А вот это карасяка, жерехан, лещ, даже вон карась, и не один. А тут у меня, и напоследок я же еще двух жерехов забабахал. Вот таких красавелов. О, вот это вот самый-самый красавец, конечно. Эх, итог пятого дня. О, дорога домой. Соленые озера. Сейчас 120 километров от Астрахани отъехали. По пути вот это вот. Мельчает озеро. Вот сюда доходила соль. Потом в прошлом году вот так. Сейчас уже вот так ушло. Там даже трактор один год работал позапрошлом году. А сейчас получается слой воды нарастать будет заново. И где-то 2-3 сантиметра вода сверху стоит. Вот она будет скоро
превращаться в кристаллы. Вот такие. Вот она соль. А ну попробуем. Блин! О! Реально соль. Просто соль. О! Кристалл. Корку слоя. И будет нарастать. То есть на полметра было оно больше. Выбрали. Вот такая соль. Вот они, трудовые будни. После рыбалки сазанчиков. Это вообще приятный кабанчик. Фу. Икра. Икорка. Вот как-то так. Жереханы досаливаться. Сегодня на ночь поменяем еще раз воду. Сейчас пополоскаем в чистую. О, какие лещи. Что такое, непонятно. Перья как розовые, как у густеры. Нос более вытянутый, как у лещика. И вытянутая, как вобла. Это вобла, густера и лещ. Три в одном. Вот такая рыба. Интересная. Три в одном. Вот так вот. Вот такие у меня ящики. С речек сколотил. Тут у меня рейки с шурупиками. Проволочка, только нанизывай и цепляй. Сюда эксопан, а сверху это вот сетка москитная для окон. Вот, от мух. Это домик Карлсона у меня. Открываем вентилятор. Эту сверху поставим. Еще у меня резерв есть. Вот еще одна. Вентилятор. И это жерехов уже. Ой, блядь. Это три. Четыре. Вот так пять. И раз. Оп. Вот у нас пять лещей накрутили. Еще пять.
Красота.